Всем приветики. Сейчас мы с вами находимся в игре Warframe. И на своем экране вы видите персонажа Гара. Я хотел бы показать вам, как с помощью этого персонажа можно быть неуязвимым и при этом наносить врагам огромный урон. Для этого нам понадобятся две способности. Вторая и четвертая. Второй способностью мы будем создавать щит из осколков. Вот они, осколки летают вокруг персонажа. А четвертая способность нам нужна будет для того, чтобы повышать урон щита и не давать щиту исчезнуть, потому что когда выйдет время способности щита, то он исчезнет и пропадет урон. В данный момент урон маленький. Чтобы его увеличить, мы создаем четвертую способность, благодаря которой появляется вот такое поле. Чтобы повысить урон щита, мы первой способностью разрушаем это поле из внешней стороны. Потому что если мы разрушим поле изнутри, то урон не повысится. И сейчас можно заметить, что урон стал 12 тысяч, а был 500. Но уходит время. Чтобы повысить время, еще раз используем способность. То есть каждое использование четвертой способности повышает время длительности щита, возвращая его к изначальному значению. А каждое разрушение щита снаружи повышает урон щита. И таким образом этот щит защищает вас от 90% урона, который вам наносят враги. И при этом раня всех врагов, которые подойдут близко к этому щиту. А каждый урон, который мы получаем, разбивая этот купол, соединяется с предыдущим уроном, то есть можно бесконечно повышать этот урон. Таким образом, можно очень сильно прокачать этот урон, и максимально я его прокачу до 400 тысяч. И тогда враги 60-х уровней, зараженные, получали 1,5 миллиона урона. Но вообще, у каждого врага есть броня. Чем выше его броня к определенному урону, тем меньше он получает урона. У зараженных нет защиты от разрезающего урона, а осколки как раз таки наносят разрезающий урон, поэтому с таким уроном 100 тысяч мы легко можем убить древних целителей зараженных 100 уровня, при этом не получив от них урона. Сейчас я их просто буду ваншотить. Как вы видите, они просто падают от того, что я просто к ним подошел. Мой щит сразу наносит им 130 тысяч урона. Таким образом легко можно сражаться с врагами. Даже если повысить им сейчас уровень до максимального моего 145, то я легко с ними справлюсь. Как вы видите, я по-прежнему наношу им всего один удар. То есть 150 тысяч для них смертельный урон. А это не предел, его можно прокачивать бесконечно. Но если вы вдруг не успеете вовремя создать четвертую способность для того, чтобы повысить время второй способности,
то тогда вы просто потеряете весь урон, который насобирали. Вот сейчас щит исчезает, если создать его заново, то урон будет таким же маленьким, как изначально. То есть вы должны следить за этим, если вы именно бегаете и хотите, чтобы ваш щит был мощным и сильным по урону, то тогда нужно не давать ему исчезать. Вот. А выглядит все это моды, которыми я прокачал Warframe, именно вот таким вот образом. При этом я не полностью расставил моды, то есть можно сделать Warframe даже еще сильнее. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.